Камешковском районе мусоровоз вылетел в кювет. Авария произошла 24 июля в 5 часу вечера неподалеку от деревни Пенкино. На 29-м километре автодороги С-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М7 «Волга» водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на боковое металлическое ограждение дороги, после чего автомобиль совершил опрокидывание. Как сообщают очевидцы в соцсетях, движение было организовано по одной полосе, другая была занята спецтехникой. Чтобы достать мусоровоз, пришлось использовать автокран и тяжелый эвакуатор. Работы продолжались до темноты. Водителю мусоровоза повезло, за помощью к медикам он не обращался. МАЗ получил механические повреждения. На водителя был составлен административный протокол по статье «Умышленное создание помех в дорожном движении», в том числе путем загрязнения дорожного покрытия.